Якутская строганина является не только национальным блюдом, но и национальным соревнованием. Ежегодно мастера своего дела выясняют, кто же из них готовит деликатес быстрее и вкуснее. Юрий Осипов расскажет, кто одержал победу в необычном конкурсе. Строганина – главный якутский деликатес. Не случайно конкурс по его приготовлению стал завершающим аккордом масштабного фестиваля «Зима начинается с Якутии». Десятки мастеров соревновались в умении приготовления этого блюда. Здесь оцениваются как скорость, так и красота работы. В соревнованиях участвовали 22 команды из округов и пригорода столицы. Каждая команда состояла из непосредственно строгальщика и его помощницы, задача которой – складывать горку из рыбы. С детства смотрели, как наши предки, родители так строгали. И поэтому с детства, со школьной скамьи, мы уже как бы приучены. При строгании рыбы наряду с мастерством немаловажную роль играет и инструмент. По словам мастеров, лучшее – это якутский нож. На фестивале было представлено немало их экземпляров, в том числе и весьма необычных. Специально для строганины – строгание рыбы. Рыбы, замороженного мяса. Вот. Делается двумя рукоятками, бывает, специальные. Идут линии, не только прямая линия, но чуть-чуть она согнута, чтобы удобнее было держать. Перед основным конкурсом участники представили свое домашнее задание. Оригинальные блюда, приготовленные из рыбы по самым разным рецептам. Лучшая из них также отметилась отдельной номинацией. Каждой команде предоставляем одинакового размера рыбу. И с этой рыбой мастера должны построить опять-таки горку, но горка будет разная в зависимости от мастерства строгальщика. Кто лучше строгает, у того больше материала будет, значит больше и горка будет. По итогам конкурса самыми быстрыми были признаны Юрий Гуляев и Венера Мальчикитова. За лучшее домашнее задание были отмечены Сергей Иванов и Лильяна Стручкова. Самым качественным строганием отличились Андрей Бережнев и Светлана Павлова. Каждая команда получила сертификат на 20 тысяч рублей. Гран-при конкурса и кубок главы Якутска достались Чите Ивану и Анне Захаровым. На этой прекрасной ноте завершился фестиваль «Зима начинается с Якутии», ознаменовавший приход зимы и начало праздничных приготовлений. Юрий Осипов, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.